Всем привет! Меня зовут Людмила. Вы на канале «Сама себе хозяйка». С утра сегодня у меня работа такая, мясная. Занималась мясом. На ночь доставала с морозилки, все порастаяло. Здесь баранина, здесь была говядина и фарш свиной. Все это я растаяла. Подрезала сюда вот сальца, сюда сальца. И буду сейчас все перекручивать. Все смешивать, чтобы у меня получился фарш 3 в одном. Говядина, свинина, баранина. Вот. Нарезала лук, чеснок. Все приготовила. Мясорубку настроила. А потом с фарша буду делать полуфабрикаты. Вот такая гора фарша у меня получилось. Сейчас я его весь перемешаю. Господи, как хорошо! Кто придумал электрические эти мясорубки? Ну, красота! 7 минут и все перекручено. Как мы раньше крутили на механических. Крутишь, крутишь, жуешь, жуешь. Кое-как пережуешь его. Она ж раньше и не крутила ни черта. Но сейчас просто замечательно. Сейчас я его весь перемешаю, подсолю, поперчу и буду раскладывать по мешочкам. Что на тефтели, что на оставлю на пельмени, что на котлеты. Все поразделю. Получилось у меня вот 6 колобков. Я их отбила, все поперченно, посолено, там и лук, и чеснок. Я сразу заправляю мясо. Ничего ему не делается после. Заморозишь, разморозишь. Запах никуда не девается. Вкус не меняется. Все хорошо. Ну, сейчас маленечко с посудой подберусь, а потом уже буду делать тефтельки, котлетки, формировать. У меня здесь две чашки. Под одну я приготовила под котлеты. Хлебушек размочила сюда. А это будет у меня здесь тефтели. Так. Вот где котлетки, этот хлебушек я добавила, размочила. Немножко добавлю манки. Посыплю, чтобы они были пышненькие. Чеснок, лук, перец. Все здесь есть. Разобью одно яйцо. Ну, не все добавляют, я добавляю. Так, все, это я буду перемешивать. Это будет масса под котлетки. Потом я их поформирую и буду морозить. Так, все, я отбила его, все это вместе смешала. Сейчас быстренько разбросаю котлетки, а потом панировочным сухарях их обкатаю. Вот так. Ну, ручки смачиваем. Котлетки формируем. Вот. Ну и так далее, пока я... Вот. С котлетками мы разделались. Я их обваляла в панировочных сухарях.
это пойдет на заморозку. Быстро и хорошо. Так, вот это фарш у меня пойдет на тефтели. Я рис отварила, сюда добавлю отварной. Ну вот столько хватит. Это пусть останется. Добавляем также сюда яичко. Сейчас вымешаю. Так же самое, как котлетки. Размешаю вот это все. Так, все, я размешала. Рис туда вмешала. Все отбила, все однородное. Теперь надо формировать наши руку. Мочим наши эти тефтельки. Ну, примерно так же самое. Только меньшим размером берем. Это фрикадельки у нас самые маленькие. Ой, ну да, фрикадельки. Которые в суп бросают. А это тефтели. Так. Ну вот так вот скатываем их кружочком. Примерно одинаковые. Я обжариваю перед тем, как их готовить, чтобы они не рассыпались и взялись корочкой. Я их обжариваю. Вот. Потом сейчас доделаю остальное за кадром, чтобы вас не задерживать. Так, примерно одинаковые. Вот столько получилось у меня тефтелей. Все, я их тоже в панировочных сухарях обкатала. Пойдут на заморозку. Потом, когда надо, достал, сготовил. Ну вот, такие у меня сегодня дела были. Мясные на кухне провела. Всем желаю здоровья, счастья, всех благ. Пока!